Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море, но сейчас я нахожусь не на море, сейчас я нахожусь в славном городе Нижний Новгород. И погодка у нас сегодня следующая. На улице облачно, температура воздуха 5 градусов. Впереди вы видите Канавинский мост, так прекрасно светится река Ака и Стрелка, место, где сливается река Ака и Волга, собор Александра Невского, стадион наш Нижегородский, вот это вот красный букв Стрелка, над ней зеркальная конструкция Багаузы, дальше идет Орский мост, и здесь у нас пришвартовался вот такой вот корабль-отель Мустай Карим. Очень красивое судно, красивые в нем номера, в принципе, вообще какое-то хорошего качества туры, наверное, предоставляет. Вот. Мы с вами находимся на Нижневолжской набережной, и здесь, не помню, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот забыл, мануфактура, по-моему, это, на которой проходят фестивали света, когда на зданиях проецируют изображение, именно вот в этом месте. Ну и, соответственно, вот такая у нас красивая набережная с речным, хотела было сказать с морским, но нет, с речным вокзалом. Вот такая погода сегодня в Сочи, так что если заскучали, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!